Здравствуйте, ребята. Быстренький вопрос. Всем, кому не все равно и кого, может быть, что-то нравится, не нравится. Значит, насчет названия видеороликов. Называл я видеоролики ни о чем, когда просто был разговор, вот что мне в голову взбредет, да? Ну, некоторые писали, ну как так ни о чем, все равно получается о чем, надо как-то переименовать. Я пишу, ну типа «Базар за жизнь», ну давай. Переименовал, назвал «Базар за жизнь». Ну теперь снова есть недовольные, говорящие, что «Базар» это что-то какое-то, как там они назвали, забыл, что «Быдло слово», что ли, а, «Гоп слово», что-то такое. Ну короче, значит, схема такая. Опять, если вам интересно, если вам это надо, предлагайте свои названия к подобного вида роликам, у которых нет темы, где просто в дороге я о чем угодно, о чем мне голову взбредет, могу взять и что-нибудь рассказать. А может быть и вообще ни о чем бывает, получается. Вот предлагайте свои варианты, только не пишите что-то длинное. Один вариант в одном комментарии. Если у вас два и больше, значит на каждый вариант один комментарий. Отдельный. Потом на эти комментарии начнут набираться там какие-то пальчики вверх, там плюсики. Посмотрим, что из этого выйдет. А дальше, может быть, еще дальше что-то сделаем. А может быть, там реально какой-то вариант очень много плюсиков наберет. Тогда, в общем-то, все будет решено. Пишите один вариант, один комментарий и больше ничего лишнего. И все. Ну и напоминаю, что все ваши очень умные матершинные комментарии удаляются без вопросов вообще. А когда вы пишете в комментарии, вставляете какую-то ссылку, ее видно не сразу, а только после того, как я ее вытащу из папки спам. YouTube работает так. Выкидывает все ссылки. Ну, в принципе, он половину из них все равно вредоносный, поэтому можно и удалить. Но нормальные я, конечно же, оставляю. Че, монстр, что ли? Мне не жалко, подумаешь. Ну, ссылка. Хотите вы ссылку дать, давайте, если она нормальная. Если она не какая-то там реклама, там чего-то, то, пожалуйста, без проблем. Я всегда эти ссылки вытащу в итоге из спам-папки, спам-фолдера. Так что предлагайте варианты, один комментарий и больше ничего в нем. Посмотрим, что будет дальше. Все.